один день из моей жизни. Модные люди ходят везде по улицам. Всем привет, с вами снова Соня, и вы на канале Fashion One. Сегодня в этой передаче я хотела вам показать, что происходит за кулисами на неделе моды. Я сейчас в Лондоне, работаю как модель и как блогер. Так что эта неделя будет супер-супер насыщенная и просто классная. Сегодня, насколько я знаю, у меня в планах пойти на пару показов. У меня есть одна съемка потом вечером, у меня сегодня должна быть еще одна съемка для моего блога, так что будет сумасшедший день. И я решила вам показать, что происходит один день из моей жизни. Так что поехали на первую презентацию на неделе моды. Сегодня для первого показа на мне аутфит целый почти из Австралии. Это один из моих любимых дизайнеров из Австралии, их зовут Cameo. И курточка просто такая обалденная, и у нее комплектик есть шортики такой. И это мой чехол, такой интересненький. После агентства я сейчас пойду на мою первую презентацию. Кроссовки не выходят из моды. Это девушке, наверное, очень-очень неудобно. Я тоже раньше делала такие работы, где ты стоишь на подиуме 2 часа и не двигаешься. Это самая больная работа, потому что многие просто онемеют за эти 2 часа, когда ты ничего не делаешь. Так что я благодарна, что я это не делаю сейчас. Я подкупила некоторые вещи для моей съемки, которые будут через час. Буду снимать для моего блога. И мне только что пришел имейл, что у меня какое-то шоу, модный показ у меня, и мне нужен фитинг делать, так что мне надо наряды для шоу примерять. Это надо делать сегодня, но я не могу это сделать сегодня так, потому что у меня уже настолько занят день, так что я им сказала завтра, пожалуйста, завтра сам показ, так что не знаю, что мне делать. Все в последнюю минуту происходит в мир моды. Пришла обратно в мое агентство, и сейчас буду переодеваться в мой второй наряд для съемки. Так что мы сейчас снимаем такую мини-компанию для моего блога. Я сейчас с Ярославой, и мы снимаем Forever 21. Будет на моем блоге очень скоро. Привет, мы в самом центре Чайнатаун в Лондоне, и мы продолжаем нашу съемку. Модные люди ходят везде по улицам. Это только значит, что неделя моды началась в Лондоне. Ну что же, я приехала в эту студию, где будет сниматься моя работа. Будет какой-то фэшн-фильм мы снимаем, короче, для недели моды. И я здесь, я сейчас буду искать фотографов. Окей. Perfect. Кончилось. Я обратно дома пришла в 12 часов ночи. Сейчас буду редактировать этот блог-пост, который я сегодня снимала, и также редактировать вот это видео. Но завтра начинается неделя моды опять. Ну, что делать? Это жизнь, это работа. Но мне это безумно нравится, и я бы ничего другого не хотела бы делать. Спасибо вам огромное за просмотр, ребят. Очень надеюсь, что вам понравилось это видео, и что вы что-то новое увидели. И не забудьте подписаться на канал Fashion One внизу. И увидимся в следующий раз.